147 приемных пунктов молока и более 2500 откормочных площадок появятся в стране до конца года. Они будут созданы на базе сельхозкооперативов. Об этом сообщил директор департамента производства и переработки животноводческой продукции Еркебулан Ахметов. Открыть мини-ферму, пункт по приему молока сельчане смогут под льготный процент по программам «Береке» и «Берлек». Сумма финансирования от 3 до 7 миллионов тенге. С начала года этой возможностью воспользовались более 1000 сельчан. Выдано микрокредитов на сумму свыше 3 миллиардов тенге. Таким образом, Минсельхоз планирует увеличить потенциал личных подсобных хозяйств и повысить эффективность занятости сельчан. Как отметил Еркебулан Ахметов, эти меры позволят решить вопрос нехватки сельхозсырья. Сейчас порядка 70% молока и мяса в стране производят на личном подворье. При этом перерабатывающим предприятиям недостаточно сырья. Мощность большинства молока перерабатывающих предприятий загружены только на 60%. Это основная причина отсутствия сырья. И как раз создавая такие возможности, мы в первую очередь обеспечиваем загрузку перерабатывающих предприятий. В целом в республике более 1,5 миллиона самозанятого населения числится. И в рамках предлагаемых мер предусматривается вовлечение более 190 тысяч личных подсобных хозяйств за счет микрокредитования.